Всем привет, друзья! Гуляя по Хохловскому переулку, невозможно не упомянуть о двух достопримечательных местах, которые расположены в этом месте. Первое – это Хохловский пруд, который находится под моими ногами. Скажешь, совсем с ума сошел человек, какой пруд, воды нет. Но не все так просто. Под Хохловским переулком протекает речка Рачка. Она сегодня впадает в Яузу. Труба, в которой она заключена, достаточно узкая, и во время сильных паводков люки водопроводные выбивает, и на фоне вот этого дома с балкончиками плещутся нетрезвые граждане и тонут машины. И вторая достопримечательность – это сам дом. Перед революцией им владел известный ювелир Монозон. Богатый был человек. За 100 лет до него этот дом построил каменной болезни оператор, доктор Иван Венедиктов, который лечил мочекаменные болезни. Притягивал это место тех, кто занимался камнями, неважно, где они находились, в почках или в земле. Всем спасибо.